тему электричества, постоянного отключения, внезапного, ночью, днем, в разное время у нас происходит отключение, и я не могу контролировать этот вопрос, потому что если даже я бы поставил бы какой-нибудь, ну, к примеру, сигнализатор дома, я бы не мог услышать, вот, находясь на улице. Не всегда есть кто-нибудь дома, так что для меня этот вопрос очень важный, я не знал, как его решить. Да, может быть автоматически, чтобы генератор заводился, но это не решение проблемы, потому что генератор тоже нужно контролировать, как он заведется, включится автоматика, не включится, есть определенные моменты. И для того, чтобы решить этот вопрос гораздо меньшими средствами, мне посоветовали приобрести, смотрите, какую штуку, называется сигнал XF3, сигнализатор. Стоит вот эта штука в районе 5000, в зависимости от тех опций, которые вы выберете. Здесь очень-очень все просто. Я продублировал, смотрите, автоматы. То есть получается фаза А, фаза Б, фаза С уходит на сигнализатор. Ну, в общем, по электрике я вам объяснять не буду. Тут очень-очень все просто. Вот проще некуда. Здесь заходит тоже фаза А, Б, С и 0. Вверх уходит антенна, GSM антенна. Вот она пошла, 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 пошла кверху. И где-то она у меня, вот она, здесь лежит пока. Но здесь еще не доделано. Вставляется сюда симочка. Смотрите, как это работает. У меня вот такой красный, красный чехол. Другого не было дома. Пришлось поставить такой. Значит, смотрите, как это работает. Мне это очень подходит. Мне это очень нравится. Это, я считаю, очень бюджетный вариант. Я давно думал, я не знал, что существуют такие штуки. А они, оказывается, в природе существуют. Смотрите, если пропадает одна из фаз, какую выбрать? Раз, два, три. Ну, любую, вот среднюю, к примеру. Оп, фаза пропала. Видите, лампочка погасла. Что происходит в этот момент? Давайте я пока мы разговариваем. О, дом, сообщение. Фаза Б отключена. Офигенно, да? Смотрите, оп, включаем. Я специально даже звонок другой поставил на смс-ку, чтобы, ну, в голове по-другому как бы ассоциировалось, что вот именно с этим сигналом что-то в доме произошло не так, а именно отключение электроэнергии. Фаза Б восстановлена. Офигеть, ну не круто ли это? Ну не круто ли? Смотрите, все три фазы отключаем. Он работает в данном случае от аккумулятора, который находится внутри. Сразу будем включать. Вот так вот. Вот, фаза А, Б, С отключена. То есть мгновенно мне приходит сообщение о том, что в доме произошло отключение, и я уже могу принимать решение, ну, в зависимости от ситуации, где я нахожусь. Естественно, мне нужно бежать заводить генератор. Вот, фаза Б, С я включил раньше. И сейчас еще придет одна смс-очка, что фаза С тоже. А, вот, фаза А восстановлена. Я ее последнюю включил. Ну что, класс? Еще единственный, как бы, минус в этом блоки, ну какой минус? Здесь стоит сим-карта. Это не минус, ну эту сим-карту нужно оплачивать. Все. То есть вы единовременно потратили 5000 рублей и можете спокойно все это дело контролировать. Никаких там ни 100. Ну, блин, любая электроника, она может не сработать. Автоматика. Ну, в данном случае, вот сами видите, вот, просто приходят смс-ки, заваливают меня смс-ками. Также можно, кстати, помимо сообщения, сделать звонок, дозвон. Ну, мне нет в этом необходимости.